Молдова. Очень интересная новость из Молдовы, и, я так понимаю, очень хорошая новость и хорошая тенденция, если они это продолжат. В Молдове стартует учение с участием войск трех стран НАТО. Наконец-то Молдова начала заниматься своей боевой подготовкой и вопросами безопасности вооруженных, своих вооруженных сил. В учениях примут участие военные молдавских, румынских, американских и британских сил специального назначения. Вот тут еще один нюанс, что учения проводятся именно с войсками специального назначения. Это многонациональное учение GCET 2023. Они пройдут с 27 марта, то есть с сегодняшнего дня, по 7 апреля. И будут направлены на совместную подготовку и обмен опытом между военными, а также на повышение уровня оперативной совместимости между контингентами стран-участниц. То есть, фактически, три страны НАТО сейчас будут обучать спецназ Республики Молдова для выполнения задач по предназначению. Так что очень, почему я говорю, что очень полезно, очень хорошее учение. Согласно сценарию этого учения, военные четырех стран выполняют передовые боевые стрельбы, десантирование с парашютом, тренировку в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Так что, ну, вот такая не ровен час, и Молдова будет готова к проведению специальной военной операции. Кстати, такая же, ну, на военном языке это нормальная аббревиатура. Просто, как всегда, Россия ее попыталась испоганить, вот, назвав в войну против нас специальной военной операцией. Ну, думаю, что Молдова через какое-то время будет готова к проведению своей специальной военной операции по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета в границах, международно признанных границах Республики Молдова. Ну и продолжают поступать новости из Европейского Союза, точнее даже это не столько новости, это вот та тенденция, о которой мы говорили, что идет техника, идет тяжелая техника для нашего резерва. Германия отгрузила и уже в Украину прибыли 18 танков «Леопард-2», которые были обещаны в формате «Рамштайн». Также сообщает Шпигель, что ранее были доставлены около 40 боевых машин пехоты «Мардер» в Украину. Так что Германия свои обязательства выполняет, и, видите, техника приходит. Кстати, как мы и говорили, конец марта, и бронетехника из Европы идет полным ходом. Да, появилась там немножко новость о том, что возможны задержки на 1-2 недели. Ну, я думаю, что это не будет не критично в плане подготовки нашего резерва для контрнаступления. Поэтому получаем технику. Ну и вдогонку Германии, Великобритания не хочет отставать. И отчитались британские вооруженные силы, отчитались, что они закончили обучение украинских экипажей на танках Challenger 2. Я так понимаю, что на этой неделе экипажи вместе с танками Challenger 2, а их там должно быть 14 машин, прибудут в Украину и займут место в строю той бригады, для которой они предназначены. Ну и еще одна новость, вишенка на торте, она сегодня не совсем радостная, в том плане, что руководитель местной военной администрации города Авдеевка сообщил о том, что закрывает город на въезд для всех, кроме военных. То есть для волонтеров, для журналистов и для гражданских лиц город с сегодняшнего дня закрыт на въезд. Оттуда можно только эвакуироваться. Кстати, в городе прекращает работу мобильная связь, в городе прекращает работу коммунальные службы. Это все эвакуируется по возможности. Но, во всяком случае, персонал точно эвакуируется, поэтому я так понимаю, что в ближайшие несколько дней ни света, ни воды, ни мобильной связи в городе не будет.
Вот такая вот фактически Авдеевка с сегодняшнего дня переходит на осадное положение.